Районная администрация определила места в Солнечногорске, где разрешено торговать новогодними товарами. Но ряд предпринимателей выставляют на продажу елки, сосны, игрушки, мишуру и многое другое в местах для этого не приспособленных или не разрешенных. Сегодня районный отдел потребительского рынка провел рейд. В нем участвовали представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями Солнечногорского отдела МВД. В результате закрыли 3 незаконных елочных базара. Пока обошлось без жестких мер, ведь продавцы согласились вернуть торговлю самостоятельно.